Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Honda Freed в сером цвете 2011 года выпуска. На бензиновом двигателе объемом 1,5 литра, мощностью 118 лошадиных сил, АКПП, передний привод. Автомобиль на хорошей резине литых дисках, имеется камера заднего вида, ветровики, повторители в зеркалах. Пробег автомобиля 92 тысячи километров. Пройдемся по салону автомобиля. Чистый ухоженный салон, ткань. Имеется мультимедиа, климат-контроль, кондиционер, одна электродверь, режим экон, электрорегулировка зеркал, 4 стеклоподъемника. Пройдемся по ЛКП. 97, 84, 84, 84, 84. 78, 78, 90, 84, 93, 85. Актуальную цену и наличие данного автомобиля смотрите по ссылке в описании.